21 июня 1941 года. Москва. Скорый поезд «Берлин-Москва» прибыл к перрону Белорусского вокзала вечером. Военно-морской атташе посольства СССР в Берлине Михаил Воронцов спустился по лесенке спального вагона и покрепче перехватил портфель. Два дня назад срочной телеграммой руководство вызвало военного дипломата в Москву. Пользуясь случаем, ему дали с собой все написанные за последние дни донесения и полученные документы. Вот и эскорт. Чиновник из комиссариата иностранных дел в сопровождении двух офицеров НКВД. Все так серьезно? Более чем. Я видел экипаж. На привокзальной площади их ждала правительственная машина. Воронцова усадили на заднее сиденье между двумя конвоирами. И он впервые за дорогу позволил себе расслабиться. За безопасность груза отвечали теперь другие. Воронцов Михаил Александрович. Участник гражданской войны. Окончил военно-морскую академию, после чего направлен на Дальний Восток. В 1939 году заместитель начальника штаба Тихоокеанского флота. Затем направлен в Германию на должность военно-морского атташе. Шофер затормозил у ворот Спасской башни. Вошел в рабочий кабинет Сталина. Среди документов, привезенных им из Берлина, самым важным была копия, полученная от военно-морского атташе Швеции. Документ назывался так. Официальный запрос Берлина о маршрутах шведских судов и самолетов в Балтийском море с 22 июня 1941 года с целью предупреждения нападения на них во время войны с СССР. Агентурная разведка может осуществляться как легально, когда кадровый сотрудник разведки выезжает за рубеж с паспортом своей страны, так и нелегально. В этом случае разведчик использует фальшивые документы. Обычно разведчики работают в составе бригад – резидентур. В резидентуре, легальной и нелегальной, каждый из ее членов имеет свои обязанности. Вербовка агентов и руководство их работой, выполнение обязанностей радиста и поддержание радиосвязи с центром, доставка в центр добытых агентами документов. Деятельностью всех членов группы руководит резидент. Еще в начале 20-х годов советская военная разведка начала создавать в Европе нелегальные резидентуры. После 1933 года, когда определился главный противник СССР в грядущей войне, многие из групп были ориентированы на добывание информации по Германии. Собирались сведения о ее военном потенциале, реальных планах и намерениях. После начала Второй мировой войны эта работа активизировалась. С сентября 1939 года по июнь 1941 года количество нелегальных групп в Германии увеличилось в полтора раза. Такие группы действовали также в Бельгии, Великобритании, Голландии, Швейцарии, Франции, Японии, Болгарии, Югославии. Значит так. В этих государствах работали и легальные резидентуры военной разведки. Их сотрудники действовали под прикрытием различных советских учреждений и посольств. Формально разведчики числились дипломатами, шоферами, экспертами, чиновниками. Едем сначала на Севастопольский бульвар, навестим нашу Жаклин. Потом отвезешь меня на Тракадеро. В июне 1941 года на центральный аппарат военной разведки за рубежом работало 914 человек. Из них 316 были сотрудниками легальных резидентур, а 598 – разведчиками-нелегалами и агентами. Большинство из этих людей даже Сталин знал только по псевдонимам.
руководитель советского государства, сам имевший опыт конспиративной работы, понимал, что лишний раз произнесенное имя агента приближает того к провалу. Ранее установленный канал связи утерян. Подготовленный к переходу участок границы закрыт. Поэтому приступаем к отработке плана. Активно действовали и разведывательные отделы штабов в военных округах, находящихся на границе. Они также направляли за рубеж своих разведчиков, которые вербовали агентов на территории Польши, Чехословакии, Румынии, Финляндии, Китая и других стран. В июне 1941 года за рубежом действовало свыше 1000 таких разведчиков. С осени 1940 года разведотделы приграничных округов регулярно сообщали о сосредоточении германских войск на советской границе. Законспирированные разведчики пытались определить планы Гитлера. Даты нападения Германии на СССР назывались самые разные. Сначала войну обещали в марте-апреле 1941 года. Затем летом того же года, но лишь после того, как Берлин заставит капитулировать Лондон. С середины мая 1941 года сообщалось, что война начнется не раньше лета 1942 года. Ситуация усложнялась тем, что точную дату начала войны знал только один человек – Адольф Гитлер. Приказ о нападении на СССР он подписал лишь 10 июня 1941 года, всего за 12 дней до начала немецкого наступления. С 18 июня 1941 года от разведчиков в Москву стали поступать сведения, что немцы разворачивают армию для удара. Стало ясно, что речь идет не о неделях, а о днях. Но до сих пор советской военной разведке не удалось добыть ни одного документа, подтверждающего немецкие планы. Лишь документ, привезенный Воронцовым из Берлина, подтверждал полученные сведения. Война была на пороге. Воронцов еще не знал, что уже через несколько недель его назначат заместителем начальника разведуправления военно-морского флота. А с сентября 1941 по 1952 год он будет занимать пост руководителя военно-морской разведки СССР. Не знал он и того, что через несколько часов советская военная разведка будет, как говорили, ослеплена и оглушена противником, и всю ее работу придется организовывать фактически заново. В первые дни войны легальные резидентуры в Германии, в странах, союзных с Третьим Рейхом и в оккупированных государствах прекратили работу, поскольку все сотрудники советских учреждений были депортированы на родину. Эти бумаги в дипломатическую почту, остальное уничтожить. Военная разведка потеряла связь с агентами в 11 европейских странах. Сами разведчики и их агенты оставались на свободе. Но что в них толку, если они не имели связи с Москвой, а потому не могли передать добытые сведения? Аналогичная ситуация сложилась с агентурными сетями, созданными в пограничных округах. После 22 июня 1941 года связь с большинством этих разведчиков была утрачена до конца войны. Разведгруппы не имели в своем распоряжении достаточного количества радиостанций и радистов. И кусачки посмотри там в ящике. Сама радиоаппаратура была громоздкой и часто ломалась. Не хватало батарей для раций. Радиус действия радиостанций не превышал 1000 километров, и сигналы их принимались только в западных областях СССР, не достигая ни Москвы, ни тем более Куйбышева, куда эвакуировались основные подразделения аппарата военной разведки. Алгоритмы шифрования и ключи, которыми пользовались советские разведчики, первое время оставались неудобными в использовании и требовали много времени на шифрование и расшифровку сообщений.
радиосвязи было еще одно слабое место. Германская контрразведка активно использовала методы радиопеленгации для обнаружения радиостанций советской разведки. Радиопеленгация – определение направления на источник радиоизлучения. Уже к середине 30-х годов она активно использовалась контрразведками большинства стран мира. В городе, где предполагалось наличие агентурной рации противника, появлялись три автофургона с небольшими антеннами-обручами на крыше кузова. В каждом кузове находилась радиопеленгационная аппаратура. Эти машины, перемещаясь по улицам населенного пункта, с точностью до дома могли определить место расположения работающей рации. После этого гестаповцы окружали здание, проводили осмотр и захватывали радиста. Не двигаться! Обыскать все комнаты. Выводи. Вставай! Значительную часть полученной информации советские разведчики передать так и не смогли. Связь с большинством довоенных агентов удалось восстановить только в 1945 году, когда Красная Армия освобождала страны Европы. Для особо важных сведений использовали случайные каналы связи или курьеров. Документы в портфеле. Они должны попасть в Тегеран не позднее следующей недели. Но если в мирное время гонцы относительно свободно и безопасно перемещались по странам Европы, то во время войны это стало почти невозможно. Курьера могла захватить контрразведка, он мог погибнуть в результате атаки подводной лодки на гражданский корабль или под бомбежкой. Но на Дальнем Востоке, в Японии и Китае, агентурные группы военной разведки практически полностью сохранили работоспособность. Продолжали действовать несколько нелегальных резидентур во Франции, Бельгии, Голландии. Чрезвычайно эффективно действовала советская разведка в США, Великобритании и в нейтральных странах Швеции и Швейцарии. Июль 1941 года. Стокгольм. Здание склада работорговой фирмы на окраине шведской столицы ничем не выделялось среди соседних строений, ангаров и небольших фабрик. Если бы кто-то решил посетить этот склад, то визитера постигла бы неудача. Дверь почти всегда оставалась запертой. Объяснялось это просто. Здесь находился дешифровальный отдел Генштаба Вооруженных сил Швеции. Курьер военного министерства Алан Эммануэль Нюблот считался асом своего дела. Он помнил наизусть адреса всех учреждений столицы Швеции. Поэтому именно ему начальство доверяло самые срочные и важные документы. Он слыл педантом и отдавал пакет только тому, чье имя значилось на упаковке. Многих это раздражало, но сам военный министр часто хвастался своим курьером. Никто в военном ведомстве не знал, что Нюблот являлся тайным членом Компартии Швеции. Чтобы курьеры выполняли задания как можно быстрее, им выдали велосипеды со спецномерами. Эти номера позволяли свободно перемещаться по Стокгольму, избегая полицейских проверок. Вот и сегодня курьер, получив пакет для начальника генерального штаба, покатил по тихим улочкам Стокгольма. Внезапно он свернул с традиционного маршрута в переулок и слез с велосипеда. Затем, оглянувшись по сторонам, отвинтил спецномер, а на его место прикрепил другой, обычный. У двухэтажного домика Нюблот соскочил с велосипеда и вошел в подъезд. Проходите. Срочный пакет в Генштаб. Через 10 минут нужно вручить адресату. Успеем. Подготовь фотоаппарат, а я вскрою пакет. Советский военный разведчик Семен Старостин официально занимал должность представителя интуристов Швеции. С
Старостин Семен Кузьмич. Оперативный псевдоним Кент. 15-го года рождения. С 1937 года сотрудник военной разведки. С 1939 года резидент в скандинавских странах. Работал под прикрытием должностей директора интуриста в Швеции, Норвегии и Дании, а также представителя Аэрофлота и Госкино СССР. В ноябре 1941 года, после провала одного из агентов, вернулся в Советский Союз. Когда швед закончил снимать, Старостин упаковал бумаги в новый конверт. В его распоряжении имелся набор всех печатей, которые использовали различные учреждения. С первых дней войны Москва получала через Кента, подготовленную сотрудниками шведской военной разведки, ежедневную оперативную сводку о дислокации частей и соединений вермахта по всему советско-германскому фронту от Баренцева до Черного моря. Когда в 1940 году возникла угроза оккупации Швеции немцами, Стокгольм заинтересовался замыслами Гитлера. Шведский профессор математики Арне Беорлинг смог вскрыть германские военные и дипломатические шифры. До июня 1942 года Стокгольм знал обо всех планах немцев на Восточном фронте. В декабре 1941 года Алан Нюблот и его брат Кнут были арестованы шведской контрразведкой. Но перед арестом они успели передать в Москву материалы по расшифровке немецких документов. Когда летом 1942 года гитлеровцы поняли свою ошибку и сменили шифры, советские военные криптографы смогли уже сами найти ключ к расшифровке вражеских донесений. Осенью 1942 года за это достижение их наградили боевыми орденами. 18 октября 1941 года. Токио. Ранним утром в столице Японии местная контрразведка проводила операцию по ликвидации нелегальной группы советской разведки. Два десятка полицейских ворвались в дом, где проживал ее резидент, германский журналист Рихард Зорге. Его подняли с постели и прямо в пижаме под усиленным конвоем доставили в ближайший полицейский участок. При обыске в квартире журналиста были найдены три фотоаппарата, фотокопировальный аппарат и отпечатанный на машинке текст радиограммы в центр. Пересмотри здесь все еще раз, как можно тщательнее. У радиста группы Макса Клаузена нашли радиопередатчик. Ищи тайники. Шифры и копии отправленных в Москву радиограмм. Вот здесь тоже подозрительные бумаги. Тщательнее ищите. Зорге Рихард. Оперативные псевдонимы Зонтер, Шварц, Рамзай, Инсен. 1895-1944. Сотрудник советской военной разведки с 1929 года. Успешно действовал в Китае, Японии и других странах. Его нелегальная резидентура собирала информацию о военных планах Японии и Германии в отношении Советского Союза. В октябре 1941 года разведчик и его агенты арестованы японской полицией. В ноябре 1944 года Зорге казнен в токийской тюрьме. В 1964 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В группу Зорге входили 32 японских гражданина, 4 немца, 2 югослава и 1 гражданин Великобритании. Среди них немцы, радисты Бруно Вент и сменивший его Макс Клаузен. Англо-немецкий журналист Гюнтер Штайн. Гражданин Югославии журналист Бранко Вукелыч. Прибывший из США художник-японец Иотоку Мияги. Японский ученый и журналист Хадзуми Одзаки, ставший советником премьер-министра Японии. Ценным источником информации для группы был полковник Эйген Отт, германский военный атташе в Токио, позднее немецкий посол в Японии, с которым Зорге завязал дружеские отношения. Осенью 1941 года Москва лишилась очень ценного агента, который регулярно сообщал о планах страны восходящего солнца в отношении Советского Союза.
Именно Зорге передал информацию, что Япония до начала 1942 года не планирует нападать на Дальний Восток. 14 сентября 1941 года. Рихард Зорге из Токио. По данным секретаря кабинета министров Адзаки, японское правительство решило не выступать против СССР в текущем году. Но вооруженные силы будут оставаться в Маньчжурии для возможного выступления будущей весной в случае поражения СССР. После 15 сентября советский Дальний Восток можно считать гарантированным от угрозы нападения со стороны Японии. На основе этих сообщений, когда немцы рвались к столице, Ставка приняла решение о переброске под Москву 32 стрелковых дивизий и 5 бригад из Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. 5 декабря 1941 года эта группировка перешла в контрнаступление. Враг был отброшен от стен столицы. Вооруженные силы Германии потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны. О планах Японии сообщал не только Зорге. Сведения об отношении японского руководства к войне поступали в центр и из Вашингтона. Советский военный разведчик Лев Сергеев, Моррис, действовал под прикрытием должности обычного шофера советского военного атташе. С июля по октябрь 1941 года Моррис неоднократно докладывал в центр, что Япония в текущем году не нападет на Советский Союз. 16 июля 1941 года. Моррис в Москву. Позиция Японии в отношении СССР – ждать и смотреть. Сергеев Лев Александрович. Оперативный псевдоним Моррис. С 1938 года сотрудник Центрального аппарата Главного разведуправления Красной Армии. В июне 1940 года направлен в Вашингтон. В течение нескольких лет руководил работой группы «Омега» в США. По итогам работы за годы Второй мировой войны резидентура Льва Сергеева по количеству и качеству добытых материалов признана одной из лучших военной разведки. Февраль 1942 года. Берлин. В начале февраля 1942 года начальник Абвера военной разведки и контрразведки вооруженных сил Германии адмирал Вильгельм Канарис постоянно находился в мрачном расположении духа. Гитлер обвинил адмирала и его службу в срыве операции «Тайфун» по захвату Москвы и в том, что контрнаступление Красной Армии застало врасплох командование Вермахта. Именно этим и сильными морозами объясняли свое поражение немецкие генералы. Канарис Вильгельм. Ярый антикоммунист. Руководитель Абвера с 1935 года. Лишился своего поста после серии провалов разведывательных операций на Восточном и Западном фронтах. С 1938 года был связан с заговорщиками, которые планировали свержение Гитлера. В 1942-м установил тайную связь с британской разведкой. Считался одним из ее ценнейших агентов периода Второй мировой войны. В июле 1944 года, после неудачного покушения на Гитлера, арестован. В апреле 1945 года приговорен к смертной казни и повешен. Канарис видел, что осенью 1941 года советская военная разведка смогла оправиться от нанесенного ей удара, и командование Красной Армии было частично осведомлено о планах Вермахта. А у Абвера не имелось ни одного агента в советских штабах. Внедрить туда агентуру было крайне сложно, и все попытки германской разведки терпели неудачу. Многочисленные шпионы из числа советских военнопленных, которых Абвер тысячами забрасывал в советский тыл, исчезали на бескрайних просторах России. Кто-то сдавался чекистам, кого-то задерживали военные контрразведчики, а кто-то просто отказывался выполнять задания. Назад возвращались единицы, а добытые ими сведения были малоценными. Настроение Канариса улучшил руководитель разведотдела группы «Армий Центр». Его новость прозвучала, как гром среди ясного неба. В Москве существует подпольная церковно-антисоветская организация «Престол»,
которая пытается влиять на верующих в антисоветском духе. Ее возглавляют поэт Садовский, ярый монархист, и его жена, бывшая фрейлина последней русской императрицы. Один из членов организации, внук бывшего казачьего атамана и бывший дворянин Демьянов, рискуя жизнью, перешел линию фронта и сообщил о существовании престола. В ходе допроса перебежчика немцы выяснили, что Демьянов, оперативный псевдоним Макс, начал сотрудничать с немецкой разведкой. Еще в 1940 году он находился на связи у сотрудника торговой миссии Штольца. После проверки агенту присвоили новый псевдоним «Доктор» и перебросили обратно в советский тыл. Он получил задание начать организацию подпольных антисоветских ячеек в крупных городах, организовать саботаж и диверсионную работу, наладить сбор сведений о передвижении частей Красной Армии. И самое важное, доктору предписывалось привлечь к работе его источники информации в советских штабах и в Министерстве путей сообщений, где планировались все военные перевозки по железным дорогам. Высокопоставленный офицер Абвера Рихард Каудерс, захваченный в плен американцами летом 1945 года, на одном из допросов сообщил, что в 1942-1943 годах от доктора в Берлин поступали ценные сведения, которые регулярно докладывались командованию вермахта. В Германии были уверены, что Демьянов в качестве офицера-порученца внедрился в ближайшее окружение начальника генерального штаба Красной Армии. Организация «Престол» создала несколько ячеек в Москве и Горьком и регулярно добывала интересующую немцев информацию. Для связи группа использовала три присланных немцами радиопередатчика. И самое удивительное, советская контрразведка так и не смогла обнаружить ни доктора, ни престол. До самого конца войны немцы так и не узнали, что эту подпольную антисоветскую организацию создали сами чекисты в сентябре-октябре 1941 года. Первоначально ее планировалось использовать в случае захвата Москвы немцами. Но в декабре 1941-го советская разведка начала использовать престол, чтобы внедрить своих агентов в разведывательные органы немцев и передавать дезинформацию противнику. Операцию назвали «Монастырь». Поэт Борис Садовский еще с 30-х годов использовался НКВД в качестве приманки для антисоветски настроенных граждан. Три раза сотрудники госбезопасности арестовывали людей из его окружения, а он продолжал оставаться на свободе. Александр Демьянов, бывший дворянин, агент НКВД, оперативный псевдоним Гейне. Весной 1941 года началась операция по его внедрению в разведорганы Германии. В сентябре 1943 года за участие в операции «Монастырь» Александр Демьянов награжден орденом Красной Звезды. Немецкая разведка активно продолжала работать и с советскими военнопленными. С весны 1942 года подчиненные Канариса регулярно докладывали, что завербованные агенты из числа бывших бойцов Красной Армии по 2-3 раза успешно выполняли задания Абвера в тылу противника и становились прекрасными инструкторами в немецких разведшколах. Адмирал надеялся, что эти люди помогут Абверу в добыче ценной информации. Впрочем, и здесь Канариса ожидало бы горькое разочарование, если бы он дожил до мая 1945 года. Октябрь 1942 года. Полтава. Разведшкола Абвер-команды 102. Курсанты слушают лекцию о том, как добывать сведения в тылу Красной Армии, устраивать саботаж и проводить диверсии. Вы можете получить интересующие вас сведения. Необходимо проводить с учетом того, что каждый из них может сообщить... Когда внезапно дверь распахнулась, на пороге возникла фигура начальника разведшколы. Садитесь. Знаю, многие из вас не верят, что можно живым вернуться из советского тыла. Это не так. Here
Hier kommt ein Held. Er war dreimal im russischen Hinterland, um gegen den verhassten Stalin zu kämpfen. Перед вами герой. Он сам перешел линию фронта, чтобы воевать против ненавистного Сталина. Он три раза побывал в Советском Союзе. В Абвере так и не узнали, что бывший начальник склада горюче-смазочных материалов 5-й армии Петр Прядко внедрился в немецкие спецслужбы, выполняя задания советской разведки. Все якобы добытые им сведения являлись дезинформацией, которую подготовили в Москве. В Абвер команде 102 Прядко изготавливал документы для курсантов, направляющихся в советский тыл. При этом он допускал различные неточности, которые гарантировали провал агента при первой серьезной проверке. Также ему удалось скомпрометировать нескольких высокопоставленных сотрудников немецкой разведки, которых отстранили от работы и отправили на Западный фронт. Прядко сообщил советской стороне установочные данные на 101 агента и 24 кадровых сотрудников Абвера. В декабре 1942 года вернулся в расположение Красной Армии. За мужество и героизм награжден орденом Красного Знамени. В годы войны в органы Абвера проникли тысячи советских агентов. Они добывали информацию о намерениях разведки противника, о планах командования вермахта, а немцев снабжали ложными сведениями о Красной Армии. В результате служба Канариса фактически превратилась в источник дезинформации для немецкого командования. 13 сентября 1943 года. Париж. К аптеке в доме номер 15 на улице Рима подъехал легковой автомобиль с двумя пассажирами на заднем сидении. Один из них вышел из машины и скрылся за дверью аптеки. Второй пассажир несколько минут наблюдал за прохожими, затем покинул машину и тоже вошел в аптеку. Он сбежал через черный ход. Нужно оцепить весь район. От немецкой разведки ушел Леопольд Трепер, советский агент, который за две недели до этого согласился сотрудничать с германской контрразведкой. По его просьбе немцы привезли Трепера в аптеку, чтобы тот смог купить редкое лекарство. Еще в 1938 году Треппер создал в Бельгии, Голландии, Франции и Италии мощную разведывательную сеть, куда входило около 300 человек, и руководил ею до своего ареста в ноябре 1942 года. Через его группу советская разведка получала информацию от Рудольфа Рёслера. Рудольф Рёслер – оперативный псевдоним Люци. Один из самых эффективных агентов Второй мировой войны. По идеологическим соображениям начал работать в пользу Швейцарии и СССР. Именно он передал советской разведке данные об операции «Цитадель» под Курском. Источник его информации фигурировал под псевдонимом Вердер и до сих пор неизвестен. На Нюрнбергском процессе начальник штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта Альфред Йодель сказал, что сведения об операции появились в Москве раньше, чем у него на письменном столе. После войны Рёслер продолжил свою деятельность, передавая разведданные из Западной Германии в СССР, за что был арестован и получил один год тюрьмы. Умер вскоре после освобождения. Германская контрразведка обезвредила большинство агентурных групп, входивших в сеть Треппера. В Берлине ее называли «Красным оркестром» или «Красной капеллой». На жаргоне немецких контрразведчиков радистов называли пианистами. Поскольку в распоряжении Треппера имелись не менее 10 радиостанций, немцы и присвоили его группе это название. В 1942 году германская контрразведка смогла перевербовать несколько радистов Красной капеллы. С их помощью немцы начали передавать в Москву ложную информацию.
Адмирал Канарис мог быть доволен начатой операцией. Советское руководство не только поверило придуманной в Берлине дезинформации, но и требовало новых сведений. После побега Треппера схватить его во второй раз немцы так и не смогли, хотя тот до конца войны оставался в Париже. Но даже бегство руководителя Красной Капеллы не помешало продолжению немецкой операции. Но Треппер по каналам французской компартии сообщил в Москву обо всех ликвидированных Абвером агентурных группах, входивших в Красную Капеллу. Теперь переданная немецкой разведкой дезинформация не могла ввести в заблуждение советское командование. Треппер Леопольд, Лев Домб, оперативные псевдонимы Отто Лео. В июле 1936 года прибыл в Брюссель для организации агентурной сети. В числе других сообщал о подготовке нападения Германии на СССР. Арестован германской контрразведкой в Париже 24 ноября 1942 года. Бежал из-под ареста. После окончания войны его деятельность вызвала сомнения в советских разведорганах. Треппер вместе с группой других агентов был арестован и осужден на 15 лет. Освобожден в 1954 году. Ноябрь 1944 года. На норвежском побережье два советских разведчика вели круглосуточное наблюдение за морем. Дым на горизонте. Линкор, эсминцы. Давай блокнот. Радиограмму срочно. Спустя 12 часов в кабинет начальника управления разведки ВМФ Михаила Воронцова вошел офицер. Самолет-разведчик подтвердил нахождение корабля в квадрате. Тирпиц обнаружен. Англичане 3 года не могут его потопить. Дадим союзникам еще один шанс. Срочно передайте координаты линкора британцам. «Тирпиц» – один из крупнейших кораблей нацистской Германии. В боевых действиях практически не участвовал, однако своим присутствием в Норвегии угрожал арктическим конвоям в СССР и сковывал значительные силы британского флота. Длина корабля – 253 метра, водоизмещение – 53 500 тонн. 12 ноября 1944 года британские самолеты «Авр-Ланкастер» со сверхтяжелыми бомбами «Толбой» на борту взяли курс на порт Тромсё. Немцы не ожидали этой атаки. Они были уверены, что местонахождение «Тирпица» Лондону неизвестно. Две английские бомбы проделали в левом борту немецкого линкора дыру площадью 61 квадратный метр. На корабле возник пожар, который привел к взрыву в пороховом складе. «Тирпиц» затонул к западу от Трамсё в бухте Хакёйботн. Из команды в 1700 моряков погибло около 1000 человек. Удар оказался настолько неожиданным, что немецкие силы ПВО не смогли помешать бомбардировке. С августа 1941 года по октябрь 1944 года на территории Норвегии действовали советские агентурно-разведывательные группы из офицеров разведотдела штаба Северного флота, сотрудников госбезопасности и жителей Норвегии. Товарищи курсанты! В районе Мурманска работал учебно-тренировочный лагерь для тренировки разведчиков, в том числе норвежцев. Здесь они проходили краткое, но основательное обучение.
Затем их на подводных лодках доставляли к берегам Норвегии и высаживали на побережье. Каждая разведгруппа находилась в тылу противника от 2 месяцев до полугода. Продукты и питание к рациям им сбрасывали с самолетов или доставляли на подводных лодках. Разведчики вели наблюдение за немецкими укреплениями, передвижениями войск и военными складами. Они определяли места стоянки немецких кораблей, а затем передавали полученные сведения на базы в Мурманской области. СССР и союзники регулярно получали важную информацию, которая помогала им наносить авиационные удары и уничтожать важные немецкие объекты в Финляндии. Апрель-июнь 1945 года. Если для всех советских людей война закончилась, то для разведчиков она продолжалась. Весной 1945 года стало ясно, что США и Великобритания не желали мириться с той новой ролью мировой сверхдержавы, которую завоевал Советский Союз. В апреле 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился о подготовке плана войны против СССР. План получил кодовое обозначение «Операция немыслимая». План операции «Немыслимая» был подготовлен Объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании. В нем формулировались цели операции, определялись привлекаемые силы и направление ударов войск западных союзников. В приложениях к плану содержались сведения о дислокации войск Красной армии. 1 июля 1945 года на территории Северо-Восточной Европы 47 англо-американских дивизий должны были атаковать части Красной армии. В этом ударе планировалось участие и 10-12 немецких дивизий, вооруженных Великобританией и США. Черчилль в своих комментариях на проект плана указывал, что он является предупредительной мерой на чисто гипотетический случай. Тем не менее, 18 мая 1945 года советский военный атташе в Лондоне генерал-майор Иван Скляров сообщил в Москву о разработке этой операции, ее целях и привлекаемых войсках. Иван Скляров получил эту информацию от агента X, который до сих пор так и не разоблачен британской контрразведкой. В мае-июне 1945 года этот ценный источник передал еще несколько донесений об операции «Немыслимая». В июне 1945 года маршал Жуков, узнав все детали этого плана, немедленно перегруппировал силы советской армии на территории Германии. Он приказал укрепить оборону и детально изучить дислокацию войск западных союзников. Черчилль и его союзники так и не решились на реализацию этой операции. США были крайне заинтересованы в том, чтобы Советский Союз помог им в войне с Японией. А та оперативность, с которой Жуков перегруппировал свои войска, заставляла Запад задуматься об информированности советского руководства. В июле 1945 года на Потсдамской конференции американский президент Гарри Трумэн по предварительной договоренности с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем как бы невзначай сообщил Сталину о создании союзниками атомной бомбы.
Реакция руководителя СССР его удивила. Из воспоминаний Уинстона Черчилля. «Я подошел к Трумэну. Ну как сошло?» – спросил я. «Он не задал мне ни одного вопроса», – ответил президент. Руководители Великобритании и США решили, что Сталин не понял, о чем идет речь. Но они ошибались. Еще с 1942 года советская разведка начала планомерный сбор информации по созданию союзниками атомного оружия. По этому направлению работало более 10 агентов советской разведки. Благодаря их усилиям Советский Союз уже в 1949 году провел испытание своей атомной бомбы, добившись ядерного паритета. Еще в феврале 1945 года Иосиф Сталин в одном из писем президенту США Рузвельту так охарактеризовал сотрудников советской военной разведки. Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле.